Многие женщины живут в таком бешеном ритме, что просто не могут выделить время для себя любимой. Нужно выглядеть безупречно, а на частое бритье просто не хватает времени. Чтобы ваши ножки были ухоженными и красивыми несколько недель, нужно приобрести эпилятор. Всем привет! С вами интернет-магазин «Электронный мир». Сегодня у нас в обзоре 3 эпилятора от фирмы Philips, 1 от Braun и 1 от Panasonic. Эпилятор Philips HP6422 Satinelli заставит забыть о порезах от бритвы, а результат сохранится на протяжении недели, так как Philips удаляет даже самые короткие волоски. Сама процедура пройдет менее болезненно благодаря 20 пинцетам. Прибор компактный и его удобно держать в руке. Оригинальный цветочный принт придает ему яркости. В комплекте с эпилятором идет насадка OptiStart с эффектом массажа, которая идеально подойдет для начинающих, так как массирующие движения расслабят кожу, щеточка для чистки, чехол для бережного хранения прибора и адаптер питания. У эпилятора два режима скорости. Первый удаляет волоски более бережно, с минимум болевых ощущений. Скорость второго режима выше, это позволяет более эффективно удалить короткие волоски. Плюсом эпилятора является съемная головка, которую можно промывать под струей воды. Работает устройство только от электросети, поэтому ни в коем случае не используйте прибор во время приема душа или ванной. Эпилятор Philips HP6423 Satinelli продолжает радовать своим внешним видом. Его цвет белый с цветочным рисунком, он легкий и удобный. Комплектация такая же, как и в предыдущем Philips HP6422. Изменилась только насадка и появилась дополнительная головка. Бритвенная головка повторяет контуры линии бикини и подмышек для более гладкого бритья. А при помощи насадки гребня вы сможете подровнять длинные волоски перед основной эпиляцией. Здесь две скорости, первая щадящая и вторая наиболее эффективная. После использования устройства эпиляционную головку можно промыть под струей воды. Устройство работает от электросети, поэтому не стоит им пользоваться во время принятия ванны или душа. Эпилятор HP6542 завершает тройку представленных в обзоре моделей эпилятора Philips. Philips Satin Soft с системой Skin Care защищает кожу от неприятных ощущений. Но у меня тут целый бьюти-набор. Дополняет стильный эпилятор не менее стильный дорожный фен. Давайте по порядку. В центре внимания эпилятор. Сочетание цветов такое нежное и женственное. В устройстве 20 пинцетов, две скорости, щадящая и эффективная. Переключаются они повторным нажатием на кнопку. Работает от сети, поэтому не стоит им пользоваться в ванной или душе. Эпилятор можно использовать с применением пены. Это поможет вам добиться более качественного результата. А специальная насадка для чувствительных участков тела для линии бикини и подмышек закрывает внешние эпилирующие диски и процесс становится более бережным. После окончания процедуры эпиляционную головку можно снять и промыть под водой. Также в комплект входит маленькая щеточка для удаления волосков с дисков и щеточка для пилинга. Такой щеточкой можно пользоваться как на сухой, так и на влажной коже. Она отшелушит омертвевшие клетки и предотвратит врастание волос. В результате кожа будет выглядеть сияющей и ухоженной. Для хранения эпилятора предусмотрен вот такой чехольчик. Ну а теперь о приятном дополнении – дорожном фене. Выполнен он в таком же стиле, как и эпилятор. Фен компактный, здесь уже встроенная насадка и складная ручка мощностью 1500 Вт с технологией ThermoProtect, которая обеспечит оптимальную температуру сушки волос и защитит волосы от перегрева. Наличие холодного обдува закрепит укладку. Следующий на очереди эпилятор от Braun 5280 Silk Appeal 5. Цвет белый с розовым, интересный дизайн. Переключатель скоростей выполнен в форме круга. Поворачивая круг против часовой стрелки, включается первый режим, по часовой стрелке – второй. Над переключателем расположилась подсветка Smart Light. Это вообще очень удобная вещь. С ее помощью можно увидеть светлые волоски, и таким образом эпиляция будет более качественная.
Технология удаления коротких волосков Gloss Grip обеспечивает эффективную эпиляцию, так как здесь уже не 20 пинцетов, как у Philips, а 40. Эпилятор Silk Epil 5 имеет подвижную бреющую головку, которая двигается вперед и назад до 15 градусов. Это означает, что он может лучше повторять контуры тела. В комплект с эпилятором входит насадка с массажными роликами, которые активно стимулируют кожу для мягкой эпиляции, бреющая головка для более гладкого бритья. Насадка-триммер позволит подровнять волоски до одной длины на отдельных участках, например, в области бикини. И охлаждающая рукавица, которая охлаждает и готовит кожу до эпиляции и успокаивает ее после процедуры. Эпилятор можно почистить щеточкой или промыть под проточной водой. Для хранения есть специальный мешочек. Работает устройство от электросети, поэтому не стоит брать его с собой в ванную или душ. Завершает обзор эпилятор Panasonic ESED20V520. Он предназначен для сухой эпиляции, влажной и эпиляции с применением пены. Приятный внешний вид, сочетание белого и фиолетового цветов. Особенный его плюс – это наличие аккумулятора. Теперь не нужно постоянно сидеть возле розетки. Время работы 30 минут, подзарядка длится около часа. Включается устройство нажатием на глянцевую серебристую кнопку. Здесь два режима скорости. Нажимаем один раз – первая скорость, нажимаем второй раз – вторая скорость. И третье нажатие выключает эпилятор. Подсветка обеспечит качественное удаление волос. 48 пинцетов и широкая подвижная плавающая головка с насадкой для эффективной эпиляции позволят сделать эпиляцию быстрее. Этот прибор обладает технологией Wet Dry и имеет водонепроницаемый корпус, поэтому его можно использовать в ванной комнате. Так в чем же плюс влажной эпиляции? После принятия ванны кожа распарена и поры открыты, поэтому нежелательные волоски удаляются легче. Если нанести немного жидкого мыла на эпиляционные диски, то образовавшаяся мыльная пена приподнимет волоски и снизит болевые ощущения и повысит эффективность процесса. Съемная эпиляционная головка промывается под водой или чистится щеточкой. Приятным дополнением станет пониженный уровень шума до 65 дБ. Это позволит выполнить процедуру, не мешая окружающим, или, например, слушать музыку, не увеличивая громкости. Перед тем, как совершить покупку, определитесь, для какой зоны вам нужен эпилятор. Если вы хотите обрабатывать только ноги, то купите эпилятор с обычной насадкой-массажером. Если вы планируете эпилировать другие участки тела, то купите эпилятор с соответствующими насадками. Ни для кого не секрет, что процедура немножко неприятная, даже болезненная. Но, как известно, красота требует жертв. С вами интернет-магазин «Электронный мир». Ссылки на эпиляторы вы найдете в описании под видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Будьте всегда красивыми!